делаете? Подождите, вы тот человек, который должны сразу мешаться. Ну так же, как вот сейчас вот здраво находимся все здесь. Мы понимаем, что здесь не должно быть столба. Еще раз говорю, вы сразу можете, как только это значит, произошло, вы сразу их вызываете, Игорь Васильевич, вы говорите, здесь опоры не должно быть. Все, нету здесь. Кто довел это до подрядной организации? Ну вы же, условно говоря, у себя там в доме будете делать ремонт в квартире, вы посредине столб же не поставите. Ну, подрядная организация, она же тоже, делая работу, если у них вопрос возникает, нет, какое-то непонимание, она же видит, тоже могла позвонить и сказать, так они же молча пробурили. Игорь Васильевич, я просто акцентирую на что внимание, я не хочу сильно сейчас и сильно ругаться, просто мы же знали отношение этой организации вообще к выполнению работ. Соответственно, и как я всегда требую, что либо это укладка асфальта, особенно, да, то есть от того, как мы изначально проконтролируем первые работы, будет дальше и качество асфальта, и, соответственно, в целом ремонт будет. И у нас опять, коль они у нас отсутствовали, они не выполняли работы, им задача была поставлена, чтобы они, либо мы прекращаем с ними договорные отношения, либо они сейчас оперативно работают. Соответственно, надо было уже, не надо на слово верить, тот человек, который закреплен здесь, он у вас должен с ними ходить. Да. У меня и к ним веры нет. И сейчас, тем более, я обращаю внимание, значит, тоже идет совещание, значит, их нету, они должны быть. Это о чем говорит? Ну что, тогда актируем, да? Актируем. Вообще, в целом, их нету, мы тогда прекращаем с ними отношения правовые. Надо рассматривать этот вопрос. И есть у нас организации, которые могут эти работы выполнить. Да я думаю, что организации будут те, которые вместе, они бы уже, наверное, закончили этот объект. Значит, тогда, ну первое, значит, я попрошу эту опору закладную оперативно необходимо потребовать, что ее убрать, ее здесь не должно быть. Они у нас находилась опора вот там и там, я так понимаю, мы же не убираем эту опору. Нет, они остаются. И, соответственно, ну где-то вот здесь у нас не будет же провисать. Они не существующие. Нет, я еще раз говорю. Нет, видите, тут... здесь-то и так остается. Ну, остается. Зачем сюда опору влепили? Непонятно. Вот, поэтому опору убираем. И правовая служба города. Еще один сюрприз. Идем на расторжение. Ну, я еще пока еще не приниму решение, но пока взвешиваете все моменты. Служба муниципального заказа на прекращение договорных отношений и перезаключение контракта, если закон позволяет, со следующим, значит, с следующей подрядной организацией, либо снова разыгрывать. Все, такое решение принимаем.